Всем привет! Продолжаем гулять по домам, Петербургу, маленькому городку. Сегодня я хочу вам немножко рассказать об особняке Поповой-Чихачевой. Год постройки 1843-1908. Особняк Поповой, дом Чихачевой. Архитектор Низовцев Андрей, архитектор Токарев Василий. Это перестройка. В 1908 году это окончательный вид. Первоначально на участке стоял деревянный дом поручика Чихачева. В 1843 году для жены полковника Поповой был построен небольшой классический особняк архитектором Низовцевым. Дом перестраивался архитектором Токаревым. Как я сказал, окончательный вид приобрел в 1908 году. Не очень много сведений об этом доме. То, что есть, как говорится, я беру с сайта T-Walls. Здесь в 1907-1915 годах жил известный деятель 3-й и 4-й государственных дум Львов. С именем Львова связан процесс восстановления патриаршества Русской Православной Церкви. Владимир Николаевич Львов, российский советский политический, государственный и религиозный деятель, член Государственной Думы 3-го и 4-го созыва, обер-прокурор Светлейшего Синода, в составе Временного правительства 17-й год, внук Александра Львова, брат политика Николая Львова. В феврале 27-го года был арестован вместе с другими сотрудниками издательского кооператива «Искра» по обвинению в экономической контрреволюции. По постановлению коллегии АГПУ от 29 апреля 27-го года выслан на 3 года в Сибирь с оставлением в одном из губернских городов. Так называлась ссылка. Отбывал ссылку в Томске. В сентябре 1929 года был освобожден, но остался на жительство в этом городе. Затем вновь был арестован и умер в Томской тюремной больнице от упадка сердечной деятельности. В ряде справочников утверждается, что он скончался в 1934 году, однако исследователи истории рода Львовых, ссылки на материалы следственного дела из Центрального архива ФСБ отмечают, что свидетельство о смерти датировано 20 сентября 1930. Женат на Марии Алексеевне Толстой, наследнице земель в Богуславе, в Исландском съезде Самарской области. Жена скончалась в эмиграции в Арбине. Дети Николай, Алексей, Василий, Григорий, Иван, Мария. Наверное, и все. Все то, что мне удалось найти по дому Захаревская, дом 7, особняк Поповой, дом Чихачева. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Немножко узнали мы что-то интересное по этому дому. Пока-пока, до свидания.